Короче, пизду, надо просто идти качаться, я ебал на народ. Хуйню. Короче, пойти. Николай. Ау. А есть сосцы? Ну, я Курику все отдал. Ну, так вообще есть, но Иран. Я просто ничего твали. Ты можешь почту кинуть, Андрю? Бля, почту за бабки. Ну, там что, дорого, что ли? 1000. Удрялся. Блять, эти БССБ, это ёбнешься, блять, конечно, выбивать. Проще ждать Андрюху, пока он нахуй докачается. Делает прох, потому что собачий труд. Собачий труд, все перетрут. Да. Проще экспить, мне кажется. Пойду вон на деревьях нахуй. Венчит волей. И буду качать. Левел давить. Фурика, нервы не выдержали проф делать, мне кажется, он там гремит что-то. Ну, мне кажется, не пошел. Да, мне надо левел додавить, короче, и слетать, купить банку. Сколько стоит? 110, ну сейчас, наверное, дороже будет уже. 160, наверное. 170. Не-не, на 20-м сколько она стоит? 30к. Где ты качался на 27-м? На 27-м? В реке? Нет, мы пошли в... А, нет, подожди, 27-м. Да, в реке. Там что, норм. Норм. Угу. Ну, единственное, что там много ублюдков бегает по квесту, и мобов тоже бьют. Я, кстати, стримшанский поднял. Еще. А Харди куда? В этот, в Resistance советовал идти? Forest of Resistance? Не знаю. Я там не качался. У меня, я знаю, типа, быстрый кач, короче, до 55+, типа, вообще. Ну. Ну, вот, брека, там можно до 35-го. Потом сходить... Ты как раз догонишь Андрюху, вы можете сходить в лабу. Там апает нормально.
там, 2. В лабу именно в 39-й? Ну, наверное, да. Но у меня сейчас именно инстанс. Инстанс. Зона. Блять, не помню. Инстанс. Зона. Call of Abyss. Ну, это, наверное, лаба. Ну да, ну 39-й, да, в Дионе? Да, в Дионе. Там на глазик, который. Ну, он вообще изи убивается, мечтаю. В два гнома. Ну, я, конечно, со своим этой. С големом. Спойлер с нами был, и Саша на СЕ. Ну, он вообще почти не кинул. Так бывало там. А Андрюха где вообще? Да здесь, дед. Я здесь. Ну чё там, как у тебя с пропой дела? Ну вторую сделаю. Я вот пошёл первую. Спасибо. За вторую марку идёт. Соски нужны будут через 20%. Так. А рецепта нету. А в ну, трейдеры там вообще охуели. Там ценник бешеный какой-то. Ну ты просто слюну качаешь, у тебя качлит, заебись. Ну как, я сейчас без рек бонуса считай. Ну вот. Один хуй, ну бля, видишь, я сегодня еще мальчиками занимался. Не поддавать мне. Ебанулся вообще. Ну как там дальше есть, народ?
Ты, Андрюх, после того, как профукрафт спойлеру сделаешь, ты что будешь делать? Пойду полить. Бля, ну дроп, конечно, с СБ рецепт что-то вообще крайне маленький. Просто хочется блевануть там. Сука, ебучие рога, блядь. Слишком много народу, да ничего твари. Свободный. Я же просто как типа планировал, что это... Ты в окно запустишь еще спойлера, и вот, я тюром буду нас всех качать. О, нет, я типа тюром буду нас всех выкачивать. Ты там уже ушел далеко. Да я говорю, это что, Хурик, это была не очень крутая идея на самом деле. Выкачивать тира еще сейчас. Тира можно было позже выкачать. Сейчас просто уйти, вот вставать, ну, типа. И. Ну. Блять, короче, уйти вперед и одеться. А потом уже можно было одеть тех, кого, за кого ты хочешь поиграть. Это было просто профитнее. А как это получается, ты время просто проебал? Ну мы в никуда. Просто сейчас, блядь, мы заебемся гномами тоже качаться, блядь. Ну, а так у тебя тир будет без ПА, и как ты наш собрался выкачивать? Ну, тоже да. Вали, что приятно, денег нам падает.
Бля, ебанулся тут народ, конечно. Встали у ВК и стоят, блядь, друг другу, блядь, пизд наяри, блядь. Резистанция, максимальный уровень, какой мобов, кто знает? Сори, я не в курсе. А банку надо сразу вязать или как это, виталка упадет? Точнее, реклама скончится. Ну, может сразу. Без разницы. Да. Банка закончится и продолжится та, которая у тебя оставалась бесплатная. Может, ты это самое на спойлере пока посидишь? Ну, не будешь на Тиранте играть? А чё? Ну так хотя бы оденемся. Видишь, уже сел. Ну, заебись. Удобно. Есть рецепт на ладон ботинки. Крафт. Учу. Давай. Этот.
А, бля, я ж 52 автомобиль, ёпта, надо лететь в город, ну. Как бонус попасть. Заебись. Так, а где это я был? Ебать, 310 адена стоит, не вид. Блять, на один час, ну ебаная сука скотина. 300 тысяч? Да. Это у нас 51-го. Ты шо, прибабка? Так, а чё у нас там? Лагерь орков из Лудины же, да? Что? Лагерь орков. О, блин. По второй марке, помнишь? Да. Лагерь орков? Да, из Лудины. А ты шмот у тебя дорого вышел? Не, хуйню. А ты меня 400... Да. 450, ну, хватит? 450к? Да, я думаю, да. Да. А бежу какую брал обычно? Бежу я не брал вообще, у меня дэшная common. У меня тоже дэшная common. Вообще PL-сетик бы намутить. Красиво был бы. А тебе на кого PL-сетик? 1600, наверное. Да, ТХ. Это 500-600. Ты за ТХ будешь играть? Да. АБД. Он на окне у меня будет. Самое интересное, что я опять забыл купить твое. Слушай, покупай в касл, ну, в замок. Они дешевле. Нет. 600. О, 480 обычное свое стоит. Да? Ну ладно. Я просто в каком городе покупал, там обычное свое дороже стоило. Так, надо за это покупать мутски. У тебя же телепорт уже платный, да, Коля? Да. Ёбнешься вообще. Блин, так у меня тоже сейчас скоро платный будет. Это 41-го платный. Но мне еще 15%. Ну ты сейчас последнюю марку сдашь, у тебя будет 42-й. Мне сейчас вторую только. А, ну да. Коляш, я сейчас делаю профу и сразу туда идем это вместе в это. Ничего тут валит там. А рано тебе еще. У тебя проспалился тебе не будет. Тебе нет. Оценка просто. А, ну ты. Мне по сути там нужен 45-46, там будет тут 7 левел спойл, может тут. Ух, ебать, СП не хватает, лол. Ладно. Воу. Ничего страшного.
did. No matter what I did, I couldn't get enough of it. I was the broken one, it's trigger on a loaded gun. I can show you my scars and how to get some. Never been one to fly fair on my own, but this is taking me down, now I can't get up. Been a dark horse running for way too long, chasing down time to run. Где ты качаешь на 30-м? Возле Крома. Там быстро. Там быстро. Пизду этого волка ебаного, он просто умирает постоянно. Что за квест-брейки, когда? Квест-брейки? Да, ты говорил, какой-то квест. По профея. А? Там марки некоторые делают. Чу.
Блять, стой, анимал скин надо тут. А что? Да можно без анимал скин, слышишь? В смысле? Коромысли. Чё, пацки? Чё? Что было у тебя наебало, что типа про анимал скина? Нормально. Нормально. Слушай, ну 460 аден, Колян, пиздец, ты как разводила. Чё вообще? Кальян разводит. Чё? Паривает сухой дороже, чем оно стоит. Чёрного развели? Не вышло. Вышло. Чё там у вас? Чё, кем уже? Слышишь, кем вообще? Вспомнили, чё у вас там вообще есть? Я крафтером играю. Колян, я станбот, блять. Просто не пускаю стана. Так у меня еще и тачанка есть, которая ебало ломает. Тачанка, мне кажется, круче, чем Сим. Тачанка топ, вообще ебать. Да. Бля, забыл с трейдером поговорить. Да чё, блядь, рецепт нужен на БССБ. Ну да, нормально поднимешь. Там, кстати, то, что касается... Такой форме, слышишь, я сам типа вам не хт, там чварки, там шилки, там площадь какая-то ебала. Посмотри на форме, там реально есть дохуя народу, которые по 23 часа в день играют. То есть там охота для вас вообще, то есть там. Ну блять, понимаешь, я не думаю, что людям охота будет играть, платье, блять. Как у нас. Да есть там люди такие, типа серии, типа, похуй, главное, чтобы хорошая компания, блять, хочу класс играть, там похуй, на типа ДСС, по 2 часа в день, там продавали. Таких говорю, да хуя, мне их писала просто, хуево туча, какого народу писала, блять. Типа, ну я там после работы 2 часа играю, чтобы компания была нормальная, похуй за кого. А чё там это самое? Говорят, у вас в пати раки есть, лютые. Раки-раки-раки-ракушки, раки-раки-раки-раки-печенюшки. То, что раки, надо просто дрессировать, блять. Он там есть он один, как бы он тупенький просто, но если, блядь, ему там нормально выебать, то у него начинает снимать, что делать. Так смотри, типа, я поговорил. Из серии пока не нарешь с него, он начинает тупить. Начинаешь с него орать, он ебать сразу включает голову у нас и начинает ебашь. Включает обиженку, да? По бог без обиженных, бывает и нормально. Так, блять, чё нахуй, кого, сучары? Бля, меня уже заебала эта хуйня. Чё-то эксп медленно как-то очень. Вы хоть зарекались? Да, конечно. Нет, ну, блять, на экстрим будем играть, не зареками. Каев. Каев. Чё медленнее, тем лучше. Ты какой левел пошёл? 55. Какой? 55. Ебать, я тебя почти догнал. Видишь, 2 часа, что нам сказали. 2 часа? Так я еще профу ручками делал, алло, блять. Вы покупали профу? Алло, я тоже делал профу ручками, алло, блять. Пиздишь, блять, сука. Так, смотри, вот он меня просит 100 animal skins. Так чё я, короче, нету. Ты прям просто скип и еще раз с ним разговаривай, и все, и забей на эти 100 animal skins. Первым это Боринг, то 10 Animal Skins. Ну давай, снижай, в итоге он тебе еще отвалит. Не, ну 10 надо, короче, слышишь? Ну вот 10 у меня нет, ну вот. Ну в смысле у меня есть, бля, но я в город не полечу. Не полечу, отвечаю. Я вот, блядь, я полетел в город, когда тебе попанет, слышишь? Че, блядь, ну ты не стоял на каче с фулреками, со всей хуйней. Я стоял 2 окна, бля, качался. И я на 52-м левеле. Да все, блядь, уже есть. Пиздец, конечно, Коля. Что? Друг. Такой средний друг, понял? Вот эти, слышишь, давай выключайся. Полумальчик, полудруг. Не-не-не, все, давай уже, Коль, не пиздец. Ты все понял. Слышишь? Получите взнос. Ты замарился, блядь. Все, получил. Да? 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 Слышишь, скажи, что у вас там вообще пока поиграющим? Кто там вообще? Крафтер? У нас крафтер, спойлер. Крафтер, спойлер. ТХ, 20-й ТХ. ТХ.
И БД вообще это. Варк, ТХ, код. А, ну варк еще есть. И БД. Кстати, а где варк? Все, кроме БД. БД мое окно. Вообще-то бойлер, крафтер, ТХ, тюр, это же. Код. Не тюр, это мое, он пока не играет. А варк где, кстати? Он вроде качался же. Слушай, ну он такой. Поехал, не докачал. Понятно, короче, блядь, с каждым, сука, стартом сервера я понимаю, что мне надо на варк садиться, блядь. Да, варк с волком ебёт. А? И потом ты сливанёшь, скажешь, какое говно, блядь. Да ладно, гос, и варком качаться изи, на самом деле. Ну, значит, ты изи, базар нет. А потом что делать? Ну, в смысле, ничего, блядь. Либо ты играешь, либо ты не играешь, как бы. То же самое, блядь, с любым персонажем. Блядь, вчера народу меньше было, они чё, ёбнутые все люди? Ну, вчера такие день были, как вот Санёк, который бегал, понял, первый день стартовать. Так, потихоньку, потихоньку, сейчас, блядь, 54-й. Ты чё-то, блядь, народу вообще пизда. 53-й. Чё, нормально обкачали, если понимаю. Что? Кроме нормально у вас там кач пошел. Я ебать там в репу нахуй чистил лучше, чем тиранты. У меня тачанка там просто нахуй терпела, блять, от 4 и 4 просто раскидывала. Чанки ебать. Я говорю, я вот сделал профу, выучил скиллы, пошел в круму и за час я, считаю, до 50-го ушел. Ну там кач очень, там очень быстро. А да. Чего за сосав-то пошёл? У них говнобак. У них пати, мак, лук, ну, точнее, этот, сыр, арба, шика и берс. Мне кажется, шика не выдержит. Чего не выдержит? Ну, не знаю. Нормально, Серега нормально. Да, боец. Ну, у вас там берс, да, я такой, это, с придурью. Ну, дядя. Это дядя мой. Как бы, ну не мой. Башиде, он как бы нормальные баллы в игру впихивает, вот. А поэтому ты его держишь. А в плане скилла. Нет, в плане скилла как бы ему нужно что-то объяснять. Его если научить нормально, он толковый. Его если его научить, он понимает, что он делает. Короче, берс это. Он, кстати, стрим смотрит. Ну нормально. Короче, могу снизить человек, или просто у него мало опыта, блять. Слушай, ну он так женщинам пусть говорит. Или знаешь, игра сильных мужчин. Я что-то заебал звук уже со звуком играть. Я отключил так. Бля, мне прикольно, слышишь вообще. Не, ну слышишь, когда у тебя ты, ладно, бьешь, а когда еще тачанка там это растирается. Знаешь, я вот это тебе реально черной завистью завидую, схуели, я тоже что-то тачану, блядь. Я тоже пузатый, блядь. Слушай, блять, хочешь я тебе волка дам нахуй? Я уже 15 тысяч нарез и въебал ему. Давай. Слышишь, а у меня еще, знаешь, что есть? Трейдер, я могу тебе сою продавать вообще беспошлино. Как duty free, короче. Нихуя себе, блядь. Налогами не облагается. Налогами. Налогами. Ты шо, налога? Чисто европейский такой трейдер. Слушай, Европа денег, без налога. Конечно, в ЕВЭ норм. По 7, по 9к падает с мопчика, вообще душа, душа. Короче, Андрюх, это наебало, надо за сумонеров, блять, играть. Или там у кого сумоны есть, это тоже удобно очень. Ну можно всем какой-то котами. В три кота, да. Не, можно всех сумонеров, понял? Только без темного, все, темный где этот чуть-чуть. Своим пошел, там еще поднимайтесь. Давай. Не, а чё без тёмного, погоди. Слушай, ну он такой же. Филар, Айрин. Так, Айрин меня куда-то посылает. Он говорит, иди нахуй. Так, взнос мастера Тома. Северным... Том, это же этот, где по первому, по первой профи, да, был, стоял? Ага. Да? Да-да. На таком острове, да, типа? Точно? Yeah.
А, на том островке, да? Да. Ну, слушай, подожди, Колян, ты убивал эту лабу или... Лабу. Камалоку, я так и не понял. Лабу. Ну, где там мобы, и потом 2 РБ, да? А, или нет, просто где нет. один РБ? Где один РБ? Камалоку. А, ну это Кама, Кама это, да. И сколько дало тебе? Почти 2 левела. Чё-то... Такое... Ой, бафчики слетели, надо бафаться. Это густяка. Пишет, тут, блядь, контролить с умоном надо, как в дотке, походу, чтобы он не умирал. Так у меня хил есть еще с умона, понял? Я гном мистик. Ой, блядь, все, слышь, это... Колян. Ну, единственный Свет. Косяк у него, тоже знаешь, хочу, блядь. Радиус хила маленький. Хоть что-то, блядь, заебись, спасибо, блядь. Бля, может татушки поставить? А, не, денег не хватит. Татузы вообще на самом деле нормально. Да, бежать там далеко. Бы. Чё? Тату, бля, я поставил бы и на эту, и на ту, но только вот, блядь, денег не хватит. Чисто на декс, короче, гном догонял его, убивака. О, у меня жраш есть, ёпта, я забыл вообще. Бля, вчера пиздец бежал, тут на каждом уме стояла, бля, по гному. Сейчас, бля... Бля, где еще пацаны можно прокачаться? Тут вообще хуйня качу около крумы. Ты в бреке пробовал? Просто народу очень много. Да в бреке там я 30-й уже. И там тоже народу пизда. В резистанциях охуительно качественно, там мобы 27-е. В катах. Каты закрыты. Открыты. В смысле, регаться можно? Ну, без да блять, но там тоже народу дохуя. Ну там Аден это секретное место. Ну вот, блядь, стоишь полчаса моба, бьешь и зачем-то маг, блядь, в кармян сети тут качается. Тарелочник ёбаный. Какой ты левел, слышишь? 30. Стой, стой! Тебе 5 левелов, короче, докачать и по профей иди, там просто, ну, быстрее качнешься и сделаешь проф сразу. Блять, ну заебали эти маги. Бля, сейчас даггер возьму, нахуй, буду бэками, пидорас. Давай, давай, Андрю. Правильно ведь? А у крафтера нет, да, бэкстапов? Не. А ему и не он надо, блять. Там спойл и стан, да, тупо? Даже там без просто... спойла, просто стан. Там просто станы. Станы еще и голем плюется. Да голем вообще пиздит так, больно. Отлично. Старая счетная книга есть. Так. Мох я набил уже заранее, правильно?
Эй, дружок, может сделаем кружок? Бля, я сейчас страйдера хочу. Дара. Угу. Помнишь, на страйдере как гонял, блядь, на Эвере? Очень быстро. Очень быстро. Как килька. Быстрее. Не, быстрее его нету. Ой-ой-ой, пацаны, я выбил молот войны. Все, хорош. Сосать, блядь. Че, намутишь мне сосцов, Колян, за эту тему? Легко. Блядь, ну магаз, наверное, стоит где-то полляма, если толкнуть. Не, я думаю, 1150. Или нет? Хотя, посмотри. Блять, опять не вижу... Непис. А в Круму с какого левела можно идти? Или там в Соляного не вытянуть? Не вытянешь. Вытяну. Нет. Почему? Ну, с какого? С 40... Ну, с 35 плюс, да. А так нет. Служба доставки цветов. И Лера. Это с ТП. ТП в Круму справа будет стоять. Ну, если спиной к входу. Не, Лера тут стоит в городе. Ладно. Не, меня сейчас послали в Геран. К Парману. Бля, мне а потом пропал. Николя, это Крума и ТП, да, тут Николя. Нет, Николя чуть левее и прямо, типа, находится. Это квест, который на бабки берется, помнишь? В Круме. Mm-hmm. Ну, у тебя волк-то нормально качается, пацаны. Ты что, мне не прислал его еще? Какой он левел? Слушай, ну я с ним породнился уже. Почти я еще обещал. Красиво. Но он до 55-го мусор, правильно? Его просто да. Так надо качать. Пидорас. Потом блядь. Становится нормально. И дымажит. Ну потом надо еще... Шмотки? Сколько там? Шмотки дорого, да, стоят, по-моему? Пиздец. Ну короче, где-то фул. Где-то 80 лямов. 80, да, 87 или 86. Ну, ты либо себя, вообще. Либо волка одеваешь, понял? Ну такое, да. Так, маэстро Никола. Вход в Крума Тауэр. Да. Кто зашел? О, золотой. Мальчик.
Кью. Хыку. Чёрни, а ты чё такой невесёлый? Весёлый, я волка качаю. Весёлый? Я-то чувствую, что ты невесёлый. Это вот мне можно не веселиться, а тебе нужно веселиться. Почему? Потому что я ник накосячил себе. Какой ты ник сделал? Авара Кедавра. Блядь. Теперь я Хей Авара Кедавра. Ладно, нормальный никсен на самом деле. В принципе, да, чего нет. Я молот войны выбился. А волк без еды, если он закидывает, нахуй или нет? Что? У меня хавка на другом персонаже осталась. Но он умрет и исчезнет или нет? Да. Но он уже ноет, что он голодный. Ну так покорми ребенка. От Крумы типа чуть правее, да, типа бежать? Левее. О, левее. Ну если ты стоишь спиной к входу, прямо ну, и левее. Да. Там, где столбы, да, такие? Смотри, там, по-моему, должно показываться, где он стоит. Ну, типа, через карту. Я уже нашел. Чё, пацаны? Чё? Потекач там что-нибудь такое идём мутить или нет? Ну, все профы делают. Ой, блядь, понятно всё с вами. Арам, а ты какую профу себе делаешь? Третью. Я кач мучу. На каком левеле профу можно начинать? На 35-м. Так, теперь в Круму. До разлилки направо. 34-й. Тю, а я 31-й. Тю, да ты получается лупчильный волос? Да я только чары создал. В смысле, я БД качал, а сейчас я Триасури Гюнтер. Андрюху БД качал. Ну, а вчера весь день я качал. Пиздишь, я буду пиздишь. Андрюх, не ляпни ему. А я сегодня... Не, ну он так... создал дату, но это качнул. А 28 получит. Мне сегодня вообще пиздец везло, нахуй. Такой банку, прикинь, подхожу, покупаю банку на 3 часа. Слабо, блядь, на 3 часа банку. И закинул от мобов. На туриса. Пиздец. Это самое обидное. Блядь, ну не надо волка убивать, ну вы заебали. Шлюха, блядь, оса. Короче, хуй, я больше не буду резать. Где? В Бихеве какие мобы? 38, 34. Ну там от 34 до 39, но они половинчатые. Они командой целые нападают? Слушай, вот это я не уверен. А этот бокс стоит Колян, получается, за комнатой с РБ, да, там да, слева? Да. А я с ПА, Саня. Откуда у тебя ПА? Закинул, хули бабки не проблема для меня. Пиздишь, блядь. Пиздишь, блядь, хуйло ебать, сутулое, блядь. Ты
быстрее себе ебало пойдешь, чем закинешь, нахуй. Кому ты будешь рассказывать? Блять, нихуя себе, Санек, жестко. Блять, пиздец, он давит постоянно. Кому он хочет втереть, блять, то, что он закинул, блять, опять у Андрюхи по сосулите сделал. Ты заебал, ты не успеваешь рот еще почистить, блять. Да тихо-тихо, мы на стриме. Хватит уже обзываться. Натуре, где намутил? Да пашкет скинул вчера. На кого? На тебя? Да. Блять, что ты пиздишь, блять, натуре нахуй? Да не, серьезно. Вчера надо было играть, а не... Ой, пацаны, я что-то устал, пойду спать. А тут ПЛ бустил. А тут, да, ПЛ бустил. Ну тогда что, все... Другой, правда, пачки, ну нормально. Ну, Колян тоже спал. Ну и я спал. Блин, ты 2 часа назад был без ПА, Андрюха. Ну, на спойлере ПА у меня. Сань, так ты тоже хотел же на ПА сделать все. Ну, блять, хули толку покупать, если будут чары без ПА. Блять, пацан тихо говорит. Я спа, Сань, будем вместе качать. Я говорю, хули покупать ПА, если половина чаров без ПА. И они будут в пати, как бы. Профита ноль. Но они ж бить не будут. Так, а, блядь, типа, ну, тут... вот я. Так я поэтому спрашивал целый день, как работает ПА. Ну, мне кажется, не режет. А мертвым волк сутки может проваляться, да? Да. Да. Все, пусть валяется, ебал его ресы. Бумбанул, да? 15 ресов, да? Блядь. Ну, блядь, 15 блядь, ресов какого, за... С какого хуя тебе на ТХ шок дал, блядь, ПА, нахуй? Никчемный. Что, ты даже не ответишь мне ничего? Санёк заметил, вот любит это, знаешь что? Я просто повъебываться хочу. Завязывай. Бригандинцы. Бригандины, триганды. Нужно затестить, как ПА работает, если там типа кто мобов не бьет, то все норм, то как бы изи. Если ПА режется, то нахуй не нахуй. Маэстро в молот выбил, заебись. С моба? Рецепт? Да. Норм. Блять, я сейчас из хайта его выебу нахуй.
Блять, пытаюсь вспомнить, куда я потом шел после Инчитвали качаться. Пиздец. Не могу вспомнить. Может, там кто-нибудь что-нибудь потечет. Алло. 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 А сколько? 10 Animal Skin'а надо, Андрей? Или только гнома? Только гнома. Ну это вторая марка. Ну там разные. Блять, а есть, Колян, 300 рублей на карте? Mm-mm. Завтра. О-о-о. Завтра пиши. Нет, ну, нет. Коля. Да у меня вообще, блядь, я, сука, бичуг какой-то, блядь, денег нет. Да, на Русиана перешел уже, да? Да. Так это нормально. Да, блядь, меня же на работе на деньги кинули. Пидорасы. Ты Арану звони в следующий раз. Угу. Фамилию запомнил? Блю. Аркелиан. Мак от жадности понял, видит, что я мобов пищу, понял, да не мою. И на себя нагру побольше, и в итоге закинул. Блять, да хватит вот это, пацаны, имена, там вся хуйня на стриме, я в розыске просто. Давайте без этого. На каком нахуй стриме, блять, ты санина, блять. Блять, этот все обзывается. Вот я тебя при публике никогда не обзывал. Или какой нахуй публики ты, блядь, задрочила, ебать. У Николая своя аудитория. Да Саня пиздец, ну вот это, ну хамство от него, заметили? А, Колян, у тебя стрэм, ебануться. Сори, пацаны. Слушай, Колян, стрэм, а если бы у тебя Арам был, то все. Поэтому теперь мы поговорим о политическом строе Российской Федерации. Ты говно черное, как тебе в России? Че ты, блядь, вот ты на Андрюху всегда выебываешься. Подумаешь, что он грек, и что? Надо вот это именно закалывать. В смысле, на Андрюху всегда выебываешься? Ты сейчас стрелки типа перевел? Не, я никогда этим не занимаюсь. Блядь, мамба, а? Бля, надо пойти к Пашку спросить, у меня есть 300, ебать. Скажи, нет, вернешь. С аэрофлянки подъехали. Как поднимусь, скажи. А у Пашка кот есть? Кошка, да. Нету. Блять. У нее и енот есть. Русяна ничего не смешивал. Нет, ничего. Подожди, а енот ему, у него же баба с енотом была, нет? Баба, она уехала учиться. А. А енот остался? Конечно, наследство. Тьфу. Бля, вообще енот нормальная тема. Но он кусается. Енот ебал. Пиздится. Блять, у Башка нету 300 руров. Повис он съездит, пиздит. Да? Нет. Не-не. Все, нормально же. Бля, тут Сирок качается. Сирок? Фамилия его локации, знаешь, где я иду сейчас покажить? Крума. А Витоль сделал волка? Да. Надо Витольду позвонить, у него есть 300 рублей на карте. А он вообще играть будет, Витольд ваш? Он утром. Утром будет играть. Бля, ну это не серьезно. Ну он с утра играет и до 6 вечера. И еще раз это выебнешься на него, он приедет к тебе. Под дверью... Такую хуйню не прощает. Под дверью постоять? Нормально, чё? Дверь не откроешь, да? Блядь, не шутись. Это просто совет, Колян, это ну, не угроза, просто не шутись с ним. Конечно, хорошо. Он такую хуйню не прощает. Хорошо, всё равно не буду.
Блять. Короче, а какой левел у него варк получается? Киваран там 30 какой? Да ло, какой качать, он без ПА. Бля, ну это грустно, пиздец. Ну бля, как бы тебя вот, вон, ты докачаешься, дальше что будем делать? Что? Не, говорю, ну сейчас, бля, рампу сгрушу. Сейчас рам докачается, что будем делать дальше? Ебаши. Заебись. Да вон, NPC бафает, нормальный баф. Хули бы и нет. Ну кинь его логи, я заодно проверю, работает ПА или нет. Так я ж не кидал. Ты в контакт скинул? Угу. Где? Нет? Нет. А, нет, бля. А, кидал, вот ссылка, то что это его там логи. Какая ссылка? Я тебе кинул ссылку. У меня на ссылку, блядь, открывается диалог с Витьком. А, ща. Открыть картинку в новой вкладке. Витёк, понял, не заморачивайся, просто сфотографировал, блядь. Это я ему делал вообще-то. А, да? Ну. Это я не заморачиваюсь. Держи, Арам. Не, все, Сань, я понял. Тогда этот. Просто не хочешь повыебываться, я не очень хочу. Павуки. Ну ему понравилось вообще играть или нет? Или он сидел, говорил, лучше б в КС пошли. Тебе про КС не разнес. Повисло все, да? Нет? Да что-то подлагивает. Ой, ля, 41-й, платный телепорт. Вот поэтому и не хочется качаться дальше 40-го. Аж было на 40-м фан строить, он там бегать в кроме драться. Ну да. Ну сейчас подвисло что-то. А, все, нет. Лагает. Тоже. Лагает пиздец. Ну. А нормально то, что это? Да. Нельзя карты оплатить, блядь. В смысле? Ну нету, блядь, пожертвовать на. Блядь, я не пойму, как здесь донатить, нахуй надо. Не-не, там есть все. Ну а где виза? Я визу не вижу. Павлик. Колян, ты закидывал здесь? Не. А ты пошел ты кинул? Да. Ну а мне бабок торчал. Еще с этого, с Е-Глобал. Блять, как здесь закинуть нахуй? А что там, Дрюк, со второй профой? А? Ты со второй профой уже?
Я? Нет. Да ты-то понятно. Вторую марку еще доделываю под... Еще два моба. Бля, ща приду. Блядь, в пизду, нихуя не занимаю, буду как уебанный качаться. А ты пушки выбивал, Санёк? Не-а. Эй, куда пойти качаться? На 34-м. Да я вот сам хз. Я у Крумы качаюсь, но тут говно полнейшее. Блять, на пасеке тоже говно. Можно хардин, но там, мне кажется, народу очень много. Чё ты там ругаешься? Да там у Вити Варк с какой-то иголкой в руках. Вот это, знаешь, дэшный даггер не топовский, а иголка такая. Ну, Грейс даггер. Ну, вот с этой иголкой. Да. Бля, нужен, короче, рецепт на бесоски, пиздец, прям срочно, нахуй. Срочно? Да. Просто сейчас покупать их ёбнешься. Дорого, пиздец. Так это его же выспайливать надо. Ну, он дропается, но там такой шанс блядский, что просто... О, еще Маэстро Мол пойду. Где дропается? Маэстро Мол? Не-не-не, рецепт на Б. В этом, в Ice Merchant, там типа с Гаргуль, с типа в этом, как его, на Заки на Ice, ну типа Devil Island, там типа в этом, с Dollblader'ов таких, типа кукол. Ну еще, ну там такие шансы, слушай, Арам, что ёбнешь, типа один из 100 тысяч, нахуй. Ну, типа поделить 100 тысяч, поделить на 3, и вот тебе как бы шанс. Пизду. А воспаливается он проще с сатиров. Ну, самый большой шанс. С этих, с элдеров. Больших. В этом? В Enchantvalley? Да. Я просто крафтер, я не могу. Хочу, но не могу. Я понял. Хочу, но не могу. Да. Бля, мне надо в Геран лететь. Что-то покупать. Зачем? Сэшно и ломать. Ломать. Я ломал стекло. Вари мне то, что отца. Да це я тебе наварю, гос, мне уже цесоски не нужны. На груду, навари мне это. Я сейчас тоже уже. Так. Вторую марку хочу. Так, Витя, 27-й левел.
Подожди, Андрюха, вы в Геране у гнома какой-то квест сделали? А? Чего? В Геране у гнома в Блэксмите какой-то квест сделали? Не, я тут цепочку сделал, все. Какую цепочку? У Кромы? Подожди, какую? Зачем это? Я не понял. Чего тебе там? Ну, что-то там про марку вот это. По-моему, Вархаусе. Там одна марка, по-моему, общего. Подойдите. А что такое-то? Да я вспомнить пытаюсь, там что-то какой-то квест. Ну ты сколько, ты все три марки сделал уже? Ну вот вторую заканчиваю. Сейчас иду сдавать и три. Подожди, а зачем ты про марку тащил? Вы 35-й? Почти. Ну там прям на 35-м делаешь первую марку квест, да, сдашь тебе там. Мне мало тебя. Вот так вот. Чё, Ром там СПА работает? Да я не проверял еще. Thank you.
Отлично. Так, Колямба, что там есть по соскам, пока в гору? Что тебе нужно, С? Угу. Сейчас крафчу. Сейчас ты оденусь, чтоб порежь мобов. Дагер 307 тысяч стоит. Ех. Ех. Сколько стоит? Туда выслать надо? Ну на гном нас подвиг. Да, 307 тысяч камоновский дагер. Нормально. Чтоб вот этот бэкстап и крит убит. Понял? У тебя бэкстап не сейчас появится. Ну понятно, вот сразу куплю, какая разница. Надо. Разница в урах что-то понятное. Спасибо. Не за что. Текс. Блять, куда пойти? Или пока никуда не пойти. Сижу, блять, соски покрафчу. Все равно у меня, блять, не вид. Блин. СБ дешево. Чё, ебанулся? Блять. Рецепт? Ну хотя похуй, мы выспалим, наверное. Бесоски. Алло. Я сейчас отойду на 10 минут.
Пойду кофейку пока сделаю. Давай. Алло. Блять, минус 1500 сосок в Камалоке. Короче, копье за 200 ушло, пацаны. Саню. Ну я же тебе сказал, молот выбил вот этот. Не копье, а молот. Дэшный. Мы кристаллы бы разбили. Ну, за эти бабки ты можешь 4 камон пухи купить. Да и такое, на дэшных сосках ты не поднимешься особо, они в магазе за 15 аден продаются. Да ебать, чё нам?
Mm-hmm.